Хвала Аллаху. Однажды умер сын одного из халифов, и к нему зашел один из ученых и сказал ему: «Да вознаградит тебя Аллах вечным и продлит тебе твое тленное». Халиф сказал: «Что ты говоришь? Он ведь утонул». Тот ответил: «Аллах Всевышний говорит, то, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда. Если ты потерпишь ради Аллаха его смерть, то это то, что останется тебе навечно. И ты, и то, что у тебя осталось, погибнете». Когда Аиша отдала в качестве милостыни целую овцу, кроме лопатки, сказала: «Осталось навечно все, кроме лопатки».